Машка, мы появились в этом мире. Аккуратненько, мы на какой-то платформе. Не главное не упасть. Главное не свалиться отсюда. А бонусный сундук сюда, подзорная труба. Так, уф, что там? Рыбка. О, там такой же есть, короче, блок, на котором мы появились. Кстати, ребята, я знаю, что вам понравилась серия про то, что мы выживали с троллинг разными ловушками, предметами в прошлой серии. И вы говорили, а сделайте простое выживание против кэтнапчиков с троллинг-ловушками. И мы сегодня сделаем, будем собирать разные троллинг-предметы. Все, в общем, ребята, аккуратненько. Ты забрал там это? Разбираем, собираем, да, я забрал. Надо так. Рыбу надо? Рыбу. Машка, не надо, надо сундук забрать, ну, короче. Все, ребята, у нас тут начинается настоящее выживание. Так, забирай факелы и аккуратненько сейчас будем... Так, сейчас давай, пока мы находимся наверху, надо произвести разведку местности. Так, видно портал. Где? Так, какой-то там... остров летающий там. Это маленький. Да, да. Так, там деревня, ага. Интересненько. Ага. Так, о, здесь есть поближе деревня, отлично. О, туда отправимся. Так, здесь какая-то, вон, смотри, там расщелина есть, отлично. Слушай, вот прикольная местность, там вот саванна там, еще какое-то там. Да-да-да, ребята, мы в очень хорошем вообще этом заспавнились. Биомчики, прям вообще шикардосно. Итак, Машка. Чего, а мы тут выберемся там? Выберемся! А ты что делаешь? Нормально! Нормально? Нормально! Нормально? Так, пока а мы... предупреждать можно? Погнали к этому, к порталу вон в ад, может быть что-то там сразу, потому что мы тут нахуй... А потом пойдем в ту деревню. Вообще, без предупреждения, нормально все? Хорошо? Машка, все замечательно. Машка, о, отдыхаем. За... Где, как? А, можно, можно. Сделать лодку. Да, тут доплывем быстрее. Сейчас, Машка, доплываем. Так, опа. Вылазим. Портальчик тут у нас интересный есть. Сюда! Нифига, ой. Сюда, золотые портки нашли. Золотые портки. Золотые. О, тут, короче, Машка, золотой блок. Кирка железная есть? Нету, откуда? Блин, ну ладно, если что, сюда вернемся, смотри, значит. Так, с ребятушки. Если скопаем вот это, вот, так надо будет аккуратно, чтобы в лаве не сгорело. И это правда, это... Что, подожди-ка, Машка. Мы сейчас можем, по-моему, сразу скрафтить троллинг предмет один. Ну-ка, ребята. Ну-ка, какой? Ну-ка. А я лодку хочу сделать. Смотри, Машка. Чё это? Это... Чё это? Это лук стреляет мечами, что ли? А, мне нужны алмазные мечи, нифига себе, прикинь. Чтобы стрелять алмазными мечами. Вдруг найдем. Так, ну ладно, ребята, мы нашли как бы это, но надо это. Так, ладно, давай, делай лодку и поплыли отсюда. Уже так... сделала, смотри. Давай, ставь. Все, Машка, садись. Все, поехали. Так. А верстак не будем? Ну ладно. Давай, не, ладно, заберем. Давай, Машка, забирай его и это. В общем, пока Машка копает верстак, вы прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И обязательно прожимайте колокольчик. Машка что-то очень медленно копается. Да ладно, давай копай. Я не знаю, что он так медленно. Все, у вас есть время поставить лайк. Да. И вопросик дня, что вы любите есть на завтрак? Или что вы обычно едите? Пишите в комментариях, что вы едите на завтрак, пока Машка ломает верстак. Так, сейчас подплывем. Уже сломала. Уже все. Забрала. Машка, давай быстрее, уезжаем без тебя. Куда? Давай, все. Все, пишите, что едите на завтрак. Нам будет очень интересно почитать. Все, гребем, Машка. Лайк же поставили, да, все? О, ну-ка, кто там не поставит? Надо ставить. Давайте, да. Все, если кушать, то, конечно, приятного аппетита, но лайка не забываем. А, Евген, бро, откуда ты знал, что я ем? Так, ну что ж, короче. Идем сюда. Так. Нам сейчас надо проведать всю деревню. Машка, надо все постыть, все прошарить, все это обшарить, короче. Конечно, обшарим. Мы так и сделаем. Слушай, прикольная деревня такая. Очень хорошая. Так, здесь какие-то три расщелины есть. Ничего, тут прям три землетрясения как будто было. Да. Житель стоит. Житель спрашивает жителя. Так, все, проверяем всю деревню, Машка. Прям вообще вталово. О, ну-ка. Так, мне нравятся вот эти вот двойные домики, такие прикольные. Двойные дома самые крутые. Кстати, там всегда есть что-то. Так, Машка, что там? Я нашла лук. Сюда. Собираем пока все, потом разберемся. Так, выламываем забор, короче. Оп. Это долго ломается. Вообще, что-то на этой версии очень долго ломается. Так, все, бежим сюда. Ой, тут какой-то житель с каким-то сундуком. Тотем бессмертия. Ой, я алмазный меч нашла. Ну-ка, где? Вот он. Так, сейчас посмотрим.
забираем. Это же кузнец, у него, наверное, был. Его. Так, сейчас сразу попробуем пульнуть. Ну-ка, Машка. Стоямба. Проверяем на Машке. Я стою. Спасибо, спасибо. А я не могу меч забрать, а я думал, его можно забрать. Ай-яй-яй-яй-яй. Так делается, да-да-да-да-да. Смотри, я не могу меч забрать. Так, у меня есть крафты, смотрите, ребят, мы можем вот эти разные крафты делать. Сейчас мы будем делать разные, разные приколюшные штуки. Я надеюсь, эти приколюшные штуки не будут нам не вечные. Не, тут, по идее, скоро должны появиться кэтнапы, и мы будем, Машка, прямо против них. О, ну тогда ладно, тогда ладно. Слушай, сколько тут морковки, мне прям это, надо сломать морковку. Давай, Машка, ломай морковку, короче, я пока все проверяю. О, тут тентишечка есть, сюда. Бедный сюда. Житель выращивал морковку. Он посадил новую, чё? Ну да, офигеть. Машка. А ты думала? Смотри, садит. Значит, новая версия Майнкрафта. Первый раз вижу вообще. Реально? Да. Ну ты, Машка, и первобытная, конечно. Ничего страшного, все бывает в первый раз. Так, ну что ж, короче, Машка, давай ищем, ищем еще что-нибудь. Опа, сундучок. Опа, аметист. Сюда, сюда. Это хорошо, Машка. Так, ну тут просто заборчик. Тут здесь заборчик. Так, здесь. О, здесь были, нет? Были, были. Были, были. Так, Машка, давай проверяем все дома, все дома. Потому что может что-то быть интересное. Можем что-то да, пропустить. Да, вот сейчас проверю тоже. Что там, Машка, есть что? Ничего нету. Блин. Ничего нету. А вот эти... проверяли? Не помню, давай проверим. Вот этот большой какой-то прям такой, двойной, ну-ка. Так, тут ничего нету, пусто. Здесь тоже пусто, Машка, здесь тоже пусто. Ладно, по ходу дела то, что мы могли насобирать, насобирали. Так, мы где-то видели расщелину. Идем да, сюда. Да, мы видели какую-то большую расщелину, только вот я не помню, где мы ее видели. Так, здесь какая-то вот расщелина. Здесь какая-то, Машка. Ты где? Где? Я тут. А, ты где? Вот, все. Я немножко потерял. Все, Машка. И ищем, ищем, ищем что-нибудь интересненькое, пока бегаем, киньте, не знаю. Если найдем пещеру, то сразу же это. Зови. Мне кажется. Кстати, Машка, пока мы бегали, у нас же это железные слиточки были найдены. Поэтому да. Стаферстак. Вот да. А, ты хочешь кирку что ли сделать? Конечно, Машка, ты чё? А, мне тоже надо. Сейчас сделаем. Так, ребята, делаем вот так, делаем палки. Делаем кирочки. Опа, кирочка раз есть. Потом, значит, кирочка два. Сейчас сделаем кирочку два. Отлично, Машка. Все, держи. Спасибо. Кирка у меня. Так, давай сейчас посмотрим, что можно скрафтить. Подожди-ка, можно тут много чего скрафтить. Ну-ка, что там? А, не, немного, нам надо побольше ресурсов, Машка. Тут много всего, но везде нужны какие-нибудь алмазы, либо еще что-нибудь. Ну, вдруг удача будет на нашей стороне, мы найдем алмазы. Все, забирай верстак, да, идем сюда. Так, если мы стояли вот на том блоке, мы смотрели сюда на деревню, то где-то здесь... Вот, сюда, сюда, Машка! А, вот она, о, ничего себе какая-то... Уголь, уголь! Медь, о, медь! О, факела сразу сделать, слушай. Давай, все, делаем сейчас факела. Давай, давай, давай. Тут еще вот уголь, смотри, вообще хорош. Собираем, собираем, Машка, все. Отлично, пошло, пошло. Замес пошел, пошел. Сюда или не сюда вообще? Дальше сюда. Так, сейчас факелочек мы поставим один. Все, все видно. Собираем ресурсики. Офигеть, здесь угля, Машка, офигеть. Офигеть, слушай, ты сейчас вот тут вот, о, раз, вот так вот. Чтобы монстры не нападали. Хорош, хорош. Пещера, офигеть, так, сейчас ставим вот здесь. О, железо. Машка... Железо? Где железо? Вот, вон же, во-во-во, справа от тебя. А-а-а, нифига! Подмеди, смотри прям. Тут алмазы, Машка, алмазы! Так, шо? Ой, смотри, там редстоун. Где редстоун? Во-во-во, слева от тебя. А-а-а, офигеть, тут пещера, короче, сюда! Как говорится, нашли этот алмаз, искали золото или наоборот, я не помню, как оно говорится, но вы поняли. Машка, да, но вы поняли. Короче, так, значит, смотрите, мы сейчас здесь делаем платформу небольшую, чтобы не свалиться, так. А я буду, короче, копать железо, давай. Ты алмаз искал? Давай, 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 Машка. Я просто в шоке. Сюда просто, сюда. А что, там много прям или там как-то? Тут офигеть, тут просто офигеть, я не знаю. Офигеть! Ты залежишь, что ли? Мы, наверное, больше не найдем, да? Ну, это потому, что генерация новых биомов поставлена в настройках. Там нам, кстати, в прошлой серии писали, а как так может быть? Генерация новых биомов на новой версии. Ставите галочку, чуть-чуть все генерируется необычным образом.
Ну вот скажите, у вас вообще вот был Redstone на таком уровне вообще? Первый раз я Да. Офигеть, смотри. Так, Redstone тут вон. Нифига, тут железо, слушай. Офигеть, тут алмазов, Машка. Это собираем. Просто... Собираем, отдыхаем. Нереалка. Давай, конечно, собираем. Железо нам тоже понадобится по-любому. Что-нибудь из него скрываем. Короче, у нас тут будет много разных троллинг прикольных штук. Офигеть. Там я еще, пожалуй, Redstone спущусь, скопаю там сколько. Давай, давай. Пару штучек тоже пригодится. Давай, давай, Машка. Давай, давай. Оп. Давай, Кирко, работаем, Машка. Оп-оп. Работаем. Офигеть. Да ну нафиг, вообще, ребята. Сколько тут уже? Я уже 51 скопала железо. У меня 47 алмазов. Я не знаю, нам сейчас хватит на всю жизнь, короче. Это самые легкие алмазы. Реально, ребята. Я не знаю, чувствую себя, знаете, этим майнером каким-то. Да-да-да-да-да. Мы тут майним алмазы, короче. Смотрите, ребята, просто. Нифига, тут же она вообще закончится. А, ну ладно, заканчивается. Заканчивается, Машка? Заканчивается. У меня тут еще не заканчивается. Офигеть. Да ну нафиг. Сейчас, слушай. Не, генерация постаралась, конечно, на славу. Главное сейчас... Главное тут не свалиться, я тоже смотрю, что тут опасненько. Мне надо будет еще очень аккуратно простроиться, сломать редстоун. Офигеть, Машка, смотри, тут просто вообще, что это? Это просто, тут еще вон, это еще там внутри стены, это железо вспомнилось. Ёкарный бабай. Хорош. Вообще, сколько тут его? Я, короче, аккуратно. Я аккуратно вообще, Машка... Подожди-ка. Чё такое? Чё там? А, я думал тут это... Ну, я проверяю, вдруг я упаду. Так, сейчас вот так. А ты не падай. Ну, тут да, тут главное, что, короче... Что, я вроде вскопала на всё. Реально? Так, я... Опа! Нифига себе, тут ловушечка была. Тут да, тут ловушка, короче, была. Главное правило, не копай под себя. Но я его выполняю. Капец, еще лазурит есть. Слушай, офигеть, тут еще. Слушай, я, пожалуй, лазурит еще вскопаю сейчас. Давай, я не знаю, зачем он нам нужен, но вдруг нужен будет. Но вдруг понадобится. Так, у меня есть сколько редстоуна? У меня есть 9 редстоуна, ну тоже неплохо. Так, сейчас здесь вот, опа, поймал. Не улетел. Вообще пещера красивая, тут водопадик вон. Смотрите, да, вообще, ой, ребят. Ой, нифига, тут еще лазурита дофиги еще, слушай. Дофига? Так, я иду посмотреть, Машка, так, я иду посмотреть. Уже не посмотришь, я уже все вскопала. Реально? Так, вот, смотри, там еще вон. Смотри, трава растет. Ну, офигеть. Вот. Так, все. А вон еще железо, вон, смотрите. Сейчас я трубу возьму, ребят. Смотрите, вон еще железо, короче. Офигеть. Ты алмазик не вскопал. О, нифига себе. Так, собираем. Опа! И мне что-то в кармашек. Что-то не подсказывает, что это в самом низу, если вдруг не хватит, это могут быть еще алмазы. Что-то мне такая чучка, знаешь? Может быть такое. Просто блоки вот эти вот, они обычно, в них очень много алмазов хранится. 100%. Но нам повезло, поэтому, наверное. Да. Все, ладно, Машка, отсюда выбираемся. Слушай, хорош вообще. Вот это прям, я не знаю, вот это прям очень повезло, я считаю. Так все выбираемся. Согласна, просто супер. Так, Машка, ну-ка. Ты как там, вылезла уже, что ли? А я лесенку строю. Где ты вообще? А, вот. Вон ты где. Все, сейчас, короче, за Машкой тут идем. Давай, я простраиваю нам путь. Давай, лестница. Машка, строй. Так, Машка, если кто будет спрашивать, строитель, короче. Но это только если кто будет спрашивать. Если кто спросит, да, все отсюда выбираем, сейчас будем вот эти строить. Нифига, Машка, там бульдозер. Да, конечно, я же этот... Выход ищу, короче, как говорится. Ломаю выход себе, знаешь. Ну, что ты... Все, давай. Я так старалась, лестница здесь. Все, отлично, Машка, смотри. Ой, смотри, уголь. Еще? Ага, так. Нет. Ладно, нет. Я думаю, нам тут сейчас хватит на 10 лет вперед, короче. Давай, Машка, сейчас надо подготовить троллинг-предметы, потому что могут... Угу. Может, кэтнап вообще появится неожиданно. Да не, все-таки не забываем, мы на сиди кэтнапа. Ну да, а то как этот появится и все, и съест. Он может, если мы сейчас не подготовимся. Так, все, ребята, у нас сейчас, короче, ставь верстак, Машка. Так, вот, держи верстак, печку надо сделать. Давай печку, короче, сразу сделай несколько печек вообще. Давай, сколько хватит? Сделай 3, короче. 3, вот. Хорош, загружаем их углем, короче. Так, все, смотрите, уголь загрузил, Машка, там, грузи. Во все три прям железо. О, пошло. Сейчас вот так сделаем и вот так сделаем. Пошло жариться, париться. Так, надеюсь, там угля, слушай, хватит, потому что как-то у нас его мало. Так, смотри, можно сразу же скрафтить кое-какой этот меч. Так, тотем суды. Вот, тотемный меч, Машка, помнишь его? Это тот, который светился?
Да-да-да. Во! Ой-ой-ой-ой, ау-ау, больно. Нифига. Офигенски, Машка. Вот это вообще офигенски. Главное не проверять на мне, пожалуйста. Это да. Так, сейчас я посмотрю, что еще можно скрафтить. Так, у нас, что у нас есть вообще, Машка? Что у нас есть? У нас есть много алмазов. А у тебя редстоун есть, правильно? Ты же 9 штучек. О, сюда! Тебе сейчас лазерный меч сделаем. О, давай. А вот давай еще тебе лазурит. 42 штуки, ну. Во, смотрите, Машке сейчас сделаем джедайский меч. Он делает, смотрите, как. Так, забираем. Так, кладем сюда вот это. Сначала укропа, потом кошачью попу. 25 картошек, вот 17 макарошек. Вот тебе и кошка. Да, да, да. О, житель. Житель. Все, у Машки есть джедайский меч. Так, посмотрим, что еще можно сказать. Опа. Ой, нифига, это ты так, это там звуки такие, нифига. Это я, да? Да, 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 да. Да, 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 да. Так, мне нужно щит сделать. Щит, щит, щит. Ай, ай, Машка! Это Машка! Это ты, это ты, это ты. Не я это. А как это? Не ходи рядом со мной с этой штукой. Так. Я сейчас еще раз возьму и пройду. Машка, не надо. Так, сейчас... Возьму и пройду. Мне даже сделать щит. Так, как щит крафтится? А, тут нужно... А, все понятно. Сейчас сделаем. Делаем досочки. Щит готов. Так, щит готов. И теперь мне нужно... Переплавка полным ходом. Отлично, Машка. Смотрите, ребята, мы теперь делаем щит, чтобы от катнавчика защититься. Вот так делаем алмазный меч, сюда щит. И вот он. Ну-ка, что там? Вот он, вот этот самый опасный. Проверим, катнавчик может от него это... Ну, если я смогла, значит, и он сможет. Так, если кто не знает, смотрите, я сейчас покажу. Ну-ка, Машка, проверим. Смотри, смотри, ну-ка, подходи поближе. Смотри. Ну-ка. О-о-о! Нет, он на морковку, кто теперь будет за морковкой ухаживать. Придет кто-нибудь другой. Так, да что ж. Ладно. Поедим маленечко. Слушай, хорош, хорош. Так, я хочу вот этот. Ой, реально от меня. Ой. Так я тебе говорил, Машка, осторожней. Так, короче, нам еще нужно сделать, офигеть, мы могли сделать этот, щит-копалку. Это тот, который все сломал в прошлый раз? Да, 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 сейчас он, наверное, не нужен, подожди, я хочу сделать щит-копалку. Все-таки, давай только печки не ломай. Хорошо, Машка, так, щит-копалка, так, щит-копалка. Свинья. Так, берем, значит, сюда. Она сюда. Не сгорела. Ладно. Машка, смотри. Нет. Машка, смотри, Машка там развлекается. Машка, смотри, 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 смотри. Дойду. Смотри, бежим сюда. Оп, смотри. Нам надо было это сделать, а тогда мы в пещере были. Блин, Машка, ну а кто знал-то? Ну да, кто знал. Могли, кстати, скрафтить, смотрите. Ой, как мне нравится. Ой, как мне нравится. Машка, я не знаю, я такой... Все, главное не подходи к верста. Ой, к этим, к печкам. Ну да, это чуть-чуть. Ой, Машка. Извините, простите, вы нарвались на кирку, которая вас чисто перемолола, короче. Понятно, все, понятно. Так, давай посмотрим, что там еще можно. О, ну-ка, я хочу сделать. Так, сейчас, Машка, подожди. Так. У нас уже есть целый стак железа, кстати. На вот тебе, вот этот мусор, короче, это тебе. А зачем он мне нужен? Не знаю, пусть будет у тебя. Так, я так. Что, тебе помойка, что ли? Ну пусть у тебя полежит, короче, Машка. А что, мне дай сундук положи просто. Ладно, давай. Можно, так, смотрите, ребят, сейчас будет, я сейчас буду Джеки Чаном, короче. Смотри, я сейчас сделаю нунчаки себе. Давай, а я сосну посажу. Смотри, Машка, смотри, я нунчака, Джеки Чан. О, бам-бам-бам-бам-бам. Крутится со стороны. Вообще круто. Смотрите, просто. Я не знаю, это самый крутой. Самый крутой. Кая! Житель! Хорошо там? Да, не трогай жителя! Ладно, все, хватит. Морковка! Морковка! Это самое лучшее приспособление. Так, еще надо что-то сделать. Так, это мы не можем сделать, это не можем. Это не можем, это можем, это не можем. Так, короче. До этого, как его, железа у нас много. Много? Еее. Ну, отлично. Так, слушай, я предлагаю нам сделать броню небольшую. Я не знаю, спасет она нас или не спасет. Давай. Так, сейчас. Может, не спасет, но если спасет, то спасет. Так, на тебе, короче, боты. О, ничего себе, спасибо. О, Машка, как, знаете, голодный воробей такой. Ничего себе, спасибо. Ничего себе, мне? Серьезно? Так, делаем, короче, шлеманский себе.
Так, сейчас. Оп, шлеманский готов. О, подожди-ка. А если мы сделаем вот эту штуку? Чё? Офигенно. Офигенно. Не, ну ладно. Ну ладно. А я джедайским мечом покажу. Все нормально. Сейчас, Машка, еще сделаем одну штуку. О, сюда. Смотрите, мы сделали еще одну. Хорош. Гасим. Так. А ты, Машка, без этой штуки будешь. Ладно, я тебе дам. Если кэтнап придет, то, соответственно, будем Машку вооружать. Так, давай. Нам сейчас надо подготовиться, сделать еще, короче, этот нагрудничек. Сейчас я сделаю. Так, тебе, Машка, что по просьбам нуждающихся надо сделать? Шлем. И нагрудник, да? И нагрудник, да. Так, на тебе. А штаны, ну, оставлю так. Штаны? Будешь без штанов, короче. Все, да, я Машка. Со штанами. А, железные у тебя, ну ладно. Беленькими, ну да. Все, отлично, короче. Я, как знаете, я генерал чисто, а Машка этот лейтенант. Или кто выше, лейтенант или генерал? Кто генерал. Шарит, напишите. Я да? думаю. Ну да. Это, наверное. На вроде. Насколько я знаю. А, коровка! Я проверял. А, ослик. Я проверял. Ничего. Ничего, так. Все. Машка, это была проверка. Понятно. А так, может, житель садит морковку? Все, сейчас бедный. Теперь нам надо выживать, ждать китнапчика, Машка. Мы, в принципе, уже готовы плюс-минус. Так, Машка, отлично. О, сосна, которую ты я посадила. Я тебе говорю, слушай, красивый. Кэтнап, кэтнап, внимание, внимание. Так, Машка, бери вот эту штуку. Давай. Гаси его. Давай. На тебе, 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 на тебе. Ну, живучий, живучий, живучий. Так, слушай. Надо, короче, план перехват. Так, я беру на всякий случай щит. Так, он сюда вроде не подходит. Щит... Он за жителем идет, он за жителем идет. Нет, житель! Так, на тебе. Вот это... Опа! Опа! Смотри, нормального. Так, берем щит, короче, попробуем его щитом. Ну-ка. О! Так, ой, так, так. Он твою броню всю сломал. Офигеть, офигеть. Я бегу, Машка. Ну-ка, офигеть. На тебе. О, смотри, его подожгла. А я не вижу, он меня ослепил. За тобой бежит сейчас. Да? Сосна сейчас стоит, да. На тебе еще раз. Так. На тебе. Я он застрял в сосне. Так, у меня ослепление. Сколько оно будет еще? Машка, опасно, опасно. Гаси его там. Застрял в сосне, смотри. А я не вижу, я не вижу. У меня это ослепление. А, вот теперь он за мной идет. О, ослепление прошло. О, вижу. Так, надо его в сосну. Застревай. Давай, оп. Оп, во-во-во-во, смотри. Офигеть, ой, так, сейчас я вот так встану, сейчас вот так встану. Сейчас я, оп, ну-ка, сейчас мы... Давай, гаси. Так, погасили чуть-чуть. Ну-ка, на. Ай, Машка, по мне-то не надо. Аккуратно. На тебе. А тут везде огонь распространяется из-за того, что сосна горит. А-а-а, Машка, так все, я отхожу. Так, надо хлебчанский. Офигеть, Машка, живучий очень. Вау! Так. Вот так вот закрыли. Офигеть, ему урон, что ли, не наносится? Что ему вообще всё, мне все равно, что ли? Ну-ка, Машка, ко мне подбеги, только меч убери. Так. Машка! Ой, нифига! Я тебе говорю? Он очень жесткий, Машка. Так, ну что ж, где он? Вон он. Он по деревне бегает, пошел к нашим этим вещам. Офигеть, слушай, вот это очень жестко. Валим. На тебе. Давай, тебе, Машка, тебе, вали, короче, его, вали. Валю. Ай. Нечаянно, Машка. Давай. Сейчас я его попробую, давай, вот так. Давай. Куда? Ну-ка, осторожно, тут будет сейчас угореть. Ау. Сейчас я его попробую. Что такое живучий-то, ёшки-макарёшки. Вот так вот, хорош. Во-во-во-во. Хорош, сейчас, Машка. Сейчас я его поджигаю, аккуратно. Найма. А, кстати, у тебя... Офигеть, Маша. Даже... Чё, он просто летел на меня, и он даже не... Нет, он никого. Он меня ослепил. Машка, отходим. Офигеть, это очень сильный стал кэтнап. Очень сильный, да. Так, я его подожгла. Ему все равно вообще. Машка, отходим. План... Да, за тобой, беги. Он за мной? Давай, все. Да, за тобой. Все еще? Да, все еще за тобой. Так, а и у меня... почему-то не реагирует. А у меня ослепление, я не вижу, куда бежать, и какой-нибудь дом бы найти. Правильно бежишь. Вот, рядом с домом сейчас. Опа, зашел, все, хорош. Машка, заходи, короче. Так.
Вон он стоит. Так, Машка, сидим здесь, сидим, тихо, аккуратненько. Ну, смотри, нормально вообще дом. Нормально, а дом, да? дом вообще бункер, кстати, Машка. Ну, так, кстати, что, да. Ну-ка. Щит приготовили, аккуратненько. Только меня, не, это не кольни, осторожно. Он упал! Он упал! Мы все-таки его зафигачили. Нормально, слушай, вообще страшный. Смотри, как тище у него. Офигеть, Машка. Это что вообще такое? На-на-на-на. О! О, ну, я думал, на секунду он встал. Я тоже так думала, чего? Где все? Ну, ладно, видимо, видимо, мы его окончательно все, короче, крякнули. Все, отлично. Что ты, Машка? Страшный какой-то. Страшный. Доп, сейчас я. Ау-ау-ау-ау. Все, вообще уничтожен. Вообще пропал. Все, короче, ребята, мы смогли победить. Да. Поэтому. Поэтому ставьте лайк за такую серию, подписывайтесь на канал. Прожимайте колокольчик обязательно. Да, и все, мы выжили с суперсекретными вещами против Катнапчика. Всем пока-пока! Пока!